Приветливое вам белорусское утро, друзья! Сейчас мы в Гомеле, сегодня 19 сентября, и прямо сейчас с этого места мы стартуем в город Орел. Поехали! Едем сейчас завтракать, обедать или ужинать, непонятно, у нас уже время измерения подхрамывает, так сказать. У нас уже начинается ямальское время, да. А ямальское время всегда впереди. Нам еще предстоит пересечь границу Республики Беларусь и Российской Федерации. Надеемся, что она будет полегче, чем польско-белорусская граница. Да, мы и не надеемся, мы в этом уверены. О, ребята, мне направо. Поворачиваем. Студия наращивания волос. Довольные лица. С холодного края. Что? Было очень-очень-очень вкусно. А теперь давайте посмотрим кое-что особенное. Оно работает, интересно? Здравствуйте. Здравствуйте. У нас трое россиян, еще русский пастор один, у нас немец. Мы, короче, в Орле, 10 утра, мы позавтракали. У нас сегодня два мероприятия. В первую очередь, это встреча с общественниками и СМИ. А потом нам сделают экскурсию по городу. Я думаю, вот вы ее как раз таки увидите. Вот в том месте сливаются две реки. Одна река называется Орлик, а вторая, как вторая? Вторая называется Ака. Вот так вот, Орлик и Ака вместе. Вот так. От кого-то говорят, что это беседка молодоженов. Вот это вот. Хочу в первую очередь сам представиться. Меня зовут Сергей, моя фамилия Руин. Я являюсь председателем общественной организации российских соотечественников в городе Дюссельдорф, Федеративной Республики Германии, которая называется «Признание доверия перспективы». Проект «Дорога добра». Дорога, да, это возможность познакомиться со всеми представителями общественных организаций по пути в крупных российских городах. Вот этот памятник Бунину подтверждает, что мы действительно находимся в городе Орел. Это старейший городской вид транспорта, ему более 100 лет. Фасмер, выдающийся немецкий ученый, лучше всех написавший этимологический словарь русского языка.
Вот здесь зародился город Орел. Последнее крупное наводнение 70-71 года, я его помню. Вот по колено эти воины были в воде. Можете себе представить? На моих глазах герб орла в виде крепости с серпом и молотом. Серп и молот, символы социалистические, означают сияние оки и орлика. Это просто талант архитекторов, как они вписали вот этот храм в перспективу города. Это один из самых запоминающихся орловских пейзажей. И я, помните, говорил, меня спрашивали про тот дом, когда построен. Вот тот дом должен был встать и загородить этот вид. И горожане выступили, и слава богу, тогда этого не было сделано. Видите, нас уже снимает телевидение. И это в Орле. Друзья, как видите, в Гомеле очень много развлечений. Мы выбрали самое главное, это посчитать, сколько комаров убил капот нашего автомобиля. Давайте вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, 7, ты там двух, 7, вот, 7, вот, 7, вот здесь двух 10, пропустил. 246 комаров и одна пчела. Слабого. Вчера, помнишь, мы с Шейми прям да-да словили? Ой, смотри, он еще шевелится. Да, я же просто.